Здравствуйте, друзья! У народной артистки и звезды фильма «Вертикаль» Ларисы Лужиной случился сердечный приступ. Об этом сообщают телеграм-каналы. Отмечается, что 84-летней актрисе стало плохо, когда она находилась дома. У нее начались перепады давления, затрудненное дыхание и давящие боли в груди. Родственники артистки вызвали ей скорую помощь. Прибывшим медикам удалось стабилизировать ее состояние, а после этого ее госпитализировали. Телеграм-каналы утверждают, что в данный момент Лужина пребывает в реанимации. Состояние ее уточняется. Напомним, в фильмографии советской актрисы более 60 проектов, в числе которых картины «На семи ветрах», «Тишина», «Так начиналась легенда», «Небо со мной» и «Вертикаль».